Скрип подошв и стук мяча не утихают в спортивном центре «Планерная» с самого утра. Здесь стартовали отборочные соревнования среди команд по баскетболу за право представлять Московскую область на первенстве России. Одними из первых в борьбу вступили спортсмены 2010 года рождения. На баскетбольной площадке схлестнулись команды «Химок» и «Павловского Посада». С первых бросков стало понятно – игра будет напряженная. Команды то и дело разменивались голами, перехватывая инициативу в счете. Но в конечном итоге химчане уступили 58-80. Много передач было плохих, много потерь. Суетились немного так. Но много у нас Дима забил, второй номер. Много брал на себя. Поэтому много забил. Не особо переживаем, потому что сейчас Раменская, если выиграет Красногорск, то мы дальше проходим. Команда из Павловского Посада – одна из сильнейших в этой возрастной категории. Оппоненты химчан – экс-чемпионы России и дважды чемпионы области. Впрочем, спортсмены и сами знают, на отборочных легко не бывает. Мы тищи, люберцы, очень сильная команда Раменска. Вот мы с ними завтра будем играть. Тоже очень сильная команда. Это сильнейшая команда из области. Тут слабых команд нет. Проходят отборочные соревнования с 12 по 17 сентября. Победитель будет представлять область на первенстве России. И у химчан еще есть все шансы занять место в турнирной таблице основных баскетбольных баталий. Сервер Бекмамбетов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.